приветствую на своем канале. С вами дядя Хамстер и моя помощница. И наша рубрика «Новые скины», которая выходит по четвергам и пятницам. А перед вами новый скин под названием «Дамасский шлем», чтобы оберегать вашу голову от неприятностей. Дополнение к шлему идет металлический нагрудник с той же серии. А завершает серию броньки такой же килт, чтобы ваши ножки бегали по дорожке. А следующим идет ящичек от Хиппи под названием Хипногена. Хиппи всех стран, объединяйтесь. А этот ящик расписан узорами и светится ночью. А следующим идет худи под названием Flashbacks. А в рукаве у нас пиковый туз, что обозначает «я готов убивать врагов». Дополнение к худи идут штанишки. Мальчишки, держите от девчонок штанишки. Новый скин на металлическую дверь под названием «Логово зла», который светится ночью. Продолжение надувной коллекции. И на этот раз у нас надувной калашек. А вот и коврик, который я еще раньше записывал в рубрике «Будущие скины» и предсказал, что он будет так, что стоит вам заглядывать туда. А напоследок моей конфетке идет берданка с замороченным названием, которое хрен произнесешь, но я попробую. Низкополигональная полуавтоматическая винтовка. Вот такая вот фигня, малята. А с вами был, как всегда, дядя Хамстер. Всем пока, пишите комменты и не забывайте про лайкосики. Вам пофиг на них, а мне приятно.